Во вторник текстильщик встречался в Твери с местной командой «Волга». Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей. В самом начале второго при нулевом счете Виталий Пугин был удален с поля за вторую желтую карточку. Получив численное превосходство, хозяева сначала завладели преимуществом, а затем и забили гол. В итоге ивановский клуб потерпел поражение со счетом 0-1 и потерял шансы занять первое место. Впереди осталась заключительная игра первенства в Долгопрудном 31 мая. Ее результат и счет в матче «Руси» с Псковым 747 определят итоговое место текстильщика на финише сезона.